Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска, 2.5, автомат. Здесь стоит шестиступенчатый автомат. На нем мы сегодня заменим путем частичной замены масла. Масло в коробке. Заменим мы оригинальное WS масло. Номера покажу. Также мы сделаем это за 3 раза. Без смены масляного фильтра. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот у нас поддон коробки, вот сливная пробка. Сейчас берем, сливаем масло. Там у нас шестигранник. Шестигранник на 6. Откручиваем пробку. И под пробкой выкручиваем, сейчас, когда у нас масло перестанет бежать, уровневую трубку. Так, вот масло у нас перестало бежать. Теперь это уже шестигранник, этот же на 6, закручиваем. Там от руки закручена уровневая трубка. Ключом ее крутить не надо. И выдергиваем ее. Все, теперь у нас сливается еще масло. Замену фильтра мы делать не будем. Хозяин не захотел. Поэтому мы делаем частичную замену масла, но меняем мы 10 литров. За 2-3 раза мы масло путем промывки сменим. Масло у нас продолжает сливаться. Сейчас я покажу заливную пробку, куда мы будем заливать масло. Вот, со стороны левого колеса я открутил вот этот пыльник, два болтика. Здесь под пыльником еще колесной арки есть клипса, но я уже не хочу ее отрывать. Мне удобно будет и здесь. Вот у нас пробочка. Мы откручиваем эту пробочку и вставляем в нее шланг для заливки нового масла. Заливаем масло, но только после того, как мы закрутим уровневую трубку. Зальем столько масла, чтобы побежало через трубку. После этого мы заводим автомобиль и продолжаем заливать еще масло. Можно сделать по-другому. Можно замерить тот объем, который мы слили. А это получится где-то в районе 3 литров. Не проверяя, залить 3 литра, завести автомобиль, прогнать его во всех режимах, также заглушить и повторить ту же операцию слива. Откручиваем заливную пробку. Закрутил я пробочку сливную, открутил заливную, пробка ключ на 24, вставил шланг и вороночка. Заливаю 3 литра. Залью 3 литра и после этого уже буду заводить, прогонять во всех режимах, потом глушить и сливать. Заливаем. Масло мы будем использовать оригинальное, Toyota, номер его 08-886-02-305, ATF-WS. Открываем. И заливаем.
Как я говорил, льем 3 литра. Так, залил я 3 литра. Закручиваем нашу пробочку снизу. И заводим автомобиль. Камеру что-то капнуло, сейчас протру ее. Вот, завел автомобиль, прогоняем его над заднюю, включаем. Во всех передачах. Это он звенит, что капот открытый. Вот я по всем передачам прогнал. Теперь глушим и идем сливаем. Протер камеру, а то там брызнуло масло на камеру, размывчато было. Все, сейчас берем, откручиваем пробочку сливную и сливаем масло. И таким образом мы сделаем 3 раза. Сливаем. Вот остатки масла подтекают. Сейчас мы закрываем пробку и заливаем снова. Также где-то около 3 литров масла. Сейчас я покажу номер литровых канистр, потому что мы брали 2 четверки и 2 литровки. Пробочку я закрутил. Вот такое вот литровое масло. А номер его... Так, здесь где? Здесь я его... А, вот он. 08-886-81-210. Также АТФ WS. Заливаем. Ну что, еще раз мы залили масло. Убираем шланг. И закручиваем нашу пробочку.
Идем, заводим автомобиль. Так. И прогоняем также во всех режимах. Глушим автомобиль и идем сливаем. Залажу, откручиваю. Ну, сейчас масло уже немножко почище. Что-то за 70 тысяч масло сильно-сильно грязное сделалось. Я так думаю, что надо будет через 20 тысяч менять опять масло вместе с фильтром. Человеку порекомендую, а там уже он решит, как ему поступать. Ладно, сливаем и закручиваем пробку. Пробку я закрутил. Сейчас заливаю масло. Я, вернее, закрутил не пробку, а закрутил уровневую трубку. Пробочку пока не закручивал. Теперь я заливаю масло до того момента, пока не побежит через уровневую трубку. Как побежит через уровневую трубку, я заведу автомобиль. Попробую его завести, не закрывая заливную пробку. Для чего? Посмотрю, будет масло через нее бросать, не будет, через заливную. И после этого закрою сливную пробочку и на заведенную долью до, опять же, того положения. Вернее, неправильно я сказал. Заведу автомобиль и на заведенную уже буду доливать масло до того, пока она опять не побежит через уровневую трубку. Когда побежит через уровневую трубку, можно будет уже закрывать заливную пробку и закрывать. О, у нас масло побежало через уровневую. Заводим. Да, на заведенную масло не бросает. Продолжаю заливать. Опять же заливаю,
пока не побежит через уровневую трубку. Во, побежало у нас масло через уровневую пробочку. Заливать мы перестаем. И теперь мы... Сейчас оно стекет. Закрываем заливную пробку. Закрываем нашу трубочку. Пока пыльник не закрываю, сейчас мы закрываем сливную пробку. И прогреваем автомобиль, чтобы у нас коробка была температура 45 градусов. Можно подключить компьютер, можно градусником наружным, если есть у кого электронный, на коробку померить. Закручиваем и ждем. Так, ну что, вот у нас автомобиль прогрелся, температура сейчас коробки в данный момент 47 градусов. Берем, откручиваем на заведенную сливную пробочку на поддоне. Вот это вот масло, оно лишнее. Температура у нас сейчас получается, коробки поднялась от того, что было при начальной заливке. И вот сейчас немножко оно стекает, и мы закручиваем пробку. Все получается на этом. Замена масла будет закончена. Мы ставим на место пыльник, ставим на место колесо и ставим защиту. Ну, в данный момент вот видно, там уже капельки масла чуть-чуть подкапывают. Но дальше температура будет повышаться, и масло еще будет чуть-чуть подтекать, потому что оно немножко расширяется. Поэтому вот дожидаемся, что уже течи нету, и мы закрываем. Все, пробочку я закрыл, температура выставлена, глушим автомобиль, собираем его до конца, и на этом все. Промывку коробки путем частичной замены масла, получается, за 3 раза мы произвели без смены фильтра. А через 20 тысяч я человеку порекомендую заменить, опять же, ну там 4 должно хватить вместе с заменой фильтра.
Всего вам доброго.